14 мая в Беларуси впервые отметят День государственных флага, герба и гимна. Ранее этот день назывался День государственного флага и герба. Однако в апреле президент Александр Лукашенко подписал указ по изменению названия праздника. Теперь этот день будет посвящен всем трем государственным символам. В ходе ежегодного послания к белорусскому народу и национальному собранию Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси три государственных символа, а праздник посвящен только двум из них. Гродненский филиал Белпочты специально для этого дня подготовил ролик, а на самом здании разместили большой флаг нашей страны.